שיעור שני נתתי לו שם תתפלל עבור מנהיגים. И вот второй урок я ему дал такое название: молись за своих лидеров. זה לא רק תתפלל עבור ליאון בקהילה שלך. Это не только значит, что молиться за Леона в общине. Есть лану мангигим, есть рошаир, есть много лидеров. Президент, есть наси, есть рошаншала. Есть президенты, бамишпаха, есть баальба. Есть семья, есть ладим, есть аба вима, за кулам рошим. Есть учителя, есть родители. Лама Моше кольках итахзев, что он упал на пана. Почему Моше так сильно разочаровался, что он просто падает перед Господом? За это боя рвиит. Это была четвертая проблема. Ахарейцы от Мицраим. После выхода из Египта. Барецев. Которая была одна за другой. Решена это бния эгель мизава, тем зухрим от кола. Первая проблема это была, когда построили тельца. Вяза это боя гдула. Это была большая проблема. פעם השני זה היה על מה שלפני כמה שבועות דיבר ג'ניה, שאנשים פתאום רצו שום ומלפפון ממצרים. Вторая проблема это когда Женя про него рассказал, когда они ходили в пустыне, вдруг им захотелось там арбузов поесть, лук, чеснок и все остальное. А ты зухрим, איך הוא אמר, כמו שזה בסרט, какой סרט ты тогда упомянул, Женя? Джентльмены удачи. אתם זוכרים כך, כמו שהחברה האלה אומרים, שם בביצור בזמן הזה נותנים את הספגטי. אני גריל, там в тюрьме в это время спагетти давали. אז זה בדיוק עם ישראל, שפתאום הם יצאו מעבדות איפה שהיו עלולים לאבד את הקרוביכם. И вот это израильский народ, который они вышли из рабства, там они могли потерять свои жизни, могли потерять своих родственников. Но вот вдруг они начинают сожалеть, что огурцов и помидоров не хватает. Третья проблема, это когда Господь послал Израильчика. И вот все это оно шло одно за другим. В течение двух месяцев. И Господь наказывает, но народ ничего из этого не учит. И вот здесь Корей со своими друзьями. Зависть. И вот Моше просто сломлен. Леон поделится своим личным опытом. Это было примерно 14 лет назад, когда начиналась община Шавей Цион. То есть в то время Леон был вторым пастором в Оле Рахамим вместе с Эйтаном. אלה שהיו שם, אתם זוכרים, גם שם היו רובם דוברי רוסית. Кто был, кто здесь сейчас есть, может помнить, что большинство людей, они говорили там на русском. Они говорящие. И вот Леон был ответственный как раз за русскоговорящие публикой. Кому-то я 80% доброй русит, а за эти охраи 80%. 80% от людей они были русскоговорящие. И вот он был ответственный за них. И Итан он был главным там пастором. ואני כל הזמן הייתי אומר לנינה, את יודעת, היום היה יום קשה, עבדתי קשה, כל כך הרבה דברים, עייף, עייף, עייף. И вот Леон постоянно Нине жаловался, я такой устал, я так тяжело работал, мне силы не хватает, я устал. אבל כשהתחלנו שבי ציון. Но вот когда мы начали שבי ציון. ופתאום אני נהפכתי להיות אחראי. То ему пришлось стать ответственным полностью за всех. ומנם קהילה הייתה הרבה יותר קטנה. Несмотря на то, что община была намного меньше. אז פתאום הרגשתי איפה באמת אתה קורס מאחריות. И вот только тогда я начал чувствовать, где действительно тебя просто ломает от ответственности. כשאתה עסוק, 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 זה קשה. Когда ты все время чем-то занят, это тяжело. אבל כשאחריות יורדת עליך. Но когда на тебе есть ответственность. זה משהו אחר. Это с другого репертуара. Вова Велиад, а тем не сын сейчас. Вова Слят, вы теперь замужем? Вы Байзрата Шем Баим Женатим. И дети потом будут. Вы потом это маркиш. Ине, пони охраи. Вот, зе охрают. И вот когда есть дети, вот тогда ты начинаешь чувствовать, вау. Кшата
Когда ты один съел ты питу или какой-то бутерброд, не так уж важно. А когда у тебя есть жена и еще дети маленькие, тогда вдруг начинаешь понимать, ты не можешь им все время бутерброд сувать. Но когда они вырастают, פתאום אתה מרגיש שאחריות לא נעלמת, אלא יותר כבד, ויותר כבד, ויותר כבד. То ты начинаешь чувствовать, что ответственность все тяжелее и тяжелее на тебе лежит. והנה משה. И вот Моше. פתאום הוא מרגיש בעיה אחרי בעיה, את מי הוא מרגיש? И вот он на него так сильно все это навалилось. И что вы думаете, что он чувствует? Кто виноват во всем этом? Может, он начинает думать, может быть, я со своим братом Кореем не так разговаривал, как нужно. 2 недели назад мы с ним были у бабушки там на дискотеке. И может, я ему там что-то не так сказал. И вот он ожесточился, а теперь большая проблема такая. Моше нифга. Моше, он был поражен. Вело нифга рак аль кола тахарут аль маамада ришон. И не только из-за того, что вот это вот соревнование, кто же выше, кто же главнее. Бакила шилану, они пам ахаре пам кцат миламед аль тикун улам. В нашей общине раз за разом где-то иногда я говорю и поминаю тикун улам, изменение мира. ואני מסביר שאברהם עוד קיבל את האחריות מאלוהים להקים קבוצה, משפחה, שבה אלוהים רצה לשנות את העולם. У Авраама была ответственность создать семью, через которую бы Господь, использовал, чтобы изменить мир. והנה, משפחה גדלה ומשה פתאום עומד מעל כל המשפחה האלוהית, כלי בידיים של אל. Вот эта семья, она увеличилась, и Моше, он сейчас стоит над этой семьей, над Божьей семьей, и у него есть в руках инструменты. וכואב לו שהם לא עלולים לעשות, לגשם את מה שאלוהים מצפה. И Моше больно, когда он чувствует, что вот, они не могут выполнить свое предназначение, выполнить то, чего Бог от них ожидает. И вот он просто падает на свое лицо. И кричит: Господь, я делаю лучшее, что я могу. Почему у меня не получается? Мы сейчас живем в особенное время. Элохим мишакем Исраэль баофен рухани. Господь отстраивает Израиль особенным образом. Рухани. Духовно. Анахну каямим квар кмо медина. Мы уже существуем как страна. Веешь мисавим амон уевим шепухадим митану ки медина. Есть множество врагов, которые боятся нас, как страну. Аваль еш лану од ли кабель машу мируа. Но у нас еще есть что-то, что мы должны получить духовного. Это креатика. То древнее предназначение. Шеод Авраам кибель. То, которое получил Авраам. Льет בני אלוהים לשנות את הארץ כולה. Быть детьми Божьими, изменить весь мир. ושייכות לספר תורה ולישוע, זה הכל כלול בכל הקריאה הזאת. Принадлежность к Торе, принадлежность к Машиаху, Иешуа, оно все заключено вместе. ועלינו יש אחריות. И на нас есть ответственность. וכשיש איזשהו קרס שם ופה בקהילה, מנהיגים פה בארץ, אני יודע. И вот когда что-то происходит вдруг в общине, здесь или там, то многие лидеры во всех общинах, не только в наших, они просто падают разочарованы, говорят, почему так? Павел, он предвидел эти проблемы. И написано в Новом Завете. Первое послание Тимофея. Вторая глава. Пасук решен в Штайн. Первый стих и второй. Умеры, а за ними вакешки тпалилю алманы авур манегим. Говорит, я прошу, молитесь за предводителей ваших. Тпалилю авур кулама вальбами ухад авур манегим. Молитесь за всех, но в особенности за ваших предводителей, начальников. Ше элухим итен лаем хухма. Чтобы Господь дал им мудрости. Они рак. Ихоли дамьен.
Я только могу представить, под каким давлением сейчас находится Нетаньяху по отношению к похищенным ребятам. Мецад эхад баофен эноши, улай мухан лишлох кол ацафа, цава лимхок эт Аза азу. С одной стороны, может, он готов послать всю армию, чтобы стерли Азу. Но мецад шини, он знает, что штешни шел аулам мистаклим кенегдейно. Но с другой стороны, он смотрит и видит, что многие в мире смотрят на Израиль и против нас. И вот это вот большое давление, оно просто сходит на него. И вот люди вокруг него, есть такие, которые за, есть такие, которые против. Большинство против. Молитесь за власть. Чтобы у них была сила исполнять волю Божию.